Привет, друзья! С вами Сан Саныч, и вы на канале «Взрослый разговор». Сегодня 28 июня 2022 года, и я традиционно вещаю вам из Одессы. Сейчас мы находимся по адресу Торговая, 51. У меня за спиной Ким Кафе, где мы традиционно раздаем людям помощь. Мы здесь раздаем помощь людям, которые могут сюда прийти. Чаще всего это переселенцы, либо люди, скажем так, ходячие. Мы также развозим помощь людям на дом. Это чаще всего пенсионеры, это больные люди, это мамочки с детьми, те, кто не могут сюда приехать. И также мы ежедневно здесь раздаем горячие комплексные обеды. С сегодняшнего дня мы возобновляем, потому что на прошлой неделе у нас были с этим сложности. Вернее, не с этим были сложности, а сложности были с финансированием. На этой неделе у нас получилось добиться того, что мы сможем до конца недели раздавать комплексные обеды. Как у нас получилось, я расскажу немножечко дальше. Хочу напомнить, что всем, кому нужна помощь, вот мой Инстаграм, пишите. Пишите мне в Инстаграм, пишите, какая вам нужна помощь. Я отвечаю очень быстро, мы с вами спишемся и вам поможем. И также хочу сказать, что нам нужна помощь, нам нужна поддержка. Поэтому всех, кто может помочь продуктами, просто привозите вот сюда, Торговая, 51, Ким Кафе. Любые продукты, они либо идут на готовку людям, либо мы их будем раздавать как помощь. Если вы не находитесь в Одессе, но точно так же хотите нам помочь, на экране вы видите ссылку на мой PayPal, на экране вы видите ссылку на мою карту в PrivatBank. Мы благодарны любой помощи, потому что помощь действительно нужна. Людей, которым она необходима, очень много. Мы правда не справляемся, и ну, прошлая неделя была очень тяжелая, на этой неделе нашлись люди, которые нам помогают. Кстати, завтра более подробно вы узнаете об этом в новом видео. Ну а сейчас давайте посмотрим, сколько людей собралось, и пойдем посмотрим, как сегодня мы будем раздавать горячие обеды и что же будет на обед. И причем здесь вот этот вот синий флаг. Идемте. Зайдем вовнутрь. Ребята, привет! Сегодня мы раздаем обеды благодаря World Central Kitchen. Ребята, ну покажите, какие у вас сегодня крутые футболки. Круто. Игорь, Андрей, вы уже практически все расфасовали, да? Еще не все завернули. Покажи, пожалуйста, что сегодня мы раздаем людям. Каша перловая. Да. Пшеничная с мясом внутри. Ага. И супчик, хлеб, ложка, вилка. Все горячее, все с подножа. Сейчас начнем раздачу. Дорогие земляки и гости нашего города, всем здравствуйте. Здравствуйте. Я рад вас всех видеть. Мы с сегодняшнего дня возобновляем ежедневную раздачу горячих обедов. То есть на этой неделе мы будем раздавать по пятницу включительно. Это хорошая новость. Вот. Да, нам помогает международный фонд. Вот, вот он. Мы нашли возможность, и слава богу, ребята откликнулись. Да, ребят, к вам огромная просьба. Вы помните, что мы все-таки все одесситы, да, и мы культурные, порядочные люди. Давайте, чтобы соседи снова нам не жаловались, поели, убрали за собой, да. То есть не бросайте в подворотнях, не разбрасывайте. У нас очень много урн, но мы можем за собой убрать, это не сложно. Всем хорошего дня, всем приятного аппетита, приходите, мы вас ждем. Я уже говорил, мы здесь раздаем горячие обеды, мы делаем доставку нуждающимся людям на дом. И также гости нашего города, переселенцы могут прийти и получить у нас помощь, заранее согласовав со мной это по Инстаграм. Как вас зовут? Валентина. Саша. Саша, я благодарю вашу организацию за то, что вы поддерживаете таких людей, которые нуждаются в помощи. Приятно обидеть. Честно, и дай Бог вам здоровья. Вы взаимно. Настоящего волонтера. Взаимно. Откуда вы приехали? Приехали в Донецкой области, город Душу. Давно приехали? Да, мы приехали уже 2 месяца. Там боевые действия. Знаем, да. Славянске,
Краматорске. У нас выстрелы постоянные. Как вы добирались в Одессу? Машину? Эвакуационным поездом. Эвакуационным поездом, да? Сразу в Одессу приехали? Да, мы сразу приехали в Одессу. Ну, как бы подальше, знаете, от Донбасса, потому что там очень страшно. Как Одесса восприняла? Хорошо, нам было хорошо. У вас здесь есть родственники или вы просто где-то поселились? Мы поселились, снимаем. Скажите, мы вам собрали помощь, тут продуктовый набор, там бытовая химия. Ну, в общем, еще можем, помогаем. Почему вы вынуждены обратиться к нам за помощью? Знаете, у меня мама пенсионерка, ей 85 лет. Мы сейчас живем на ее пенсию. Я начинаю оформлять документы, мне 60 лет, но пока что сказали нет стажа, пока еще туда-сюда, 2 августа сказали вручить мне. Сын после тяжелого состояния, а другие лежал, весь город помогал мне тоже. Очень тяжелая сломя была и реанимация. Ну, очень много денег помогли. Ну, так что... Мы собрали тоже помощь, хороший набор. Держите, все будет спасибо, хорошо. Спасибо, что есть такие люди. Спасибо большое. Почему вынуждены обратиться за помощью? А потому что я на группе, не работаю, дети взрослые, но все уехали. Денег не хватает, да? Все. Собрали вам помощь, тут хороший набор. Спасибо вам большое. Спасибо. Здоровечка всем. Взаимно. Я уже второй раз к вам обращаюсь за помощью, да. Потому что как бы у меня 3 детей, мне очень тяжело, сейчас нет работы. И я еще и на инвалидности, и года 52 года, на работу никто не хочет. Ну, на 52 года вы шикарно выглядите, я вам скажу так. Спасибо большое. Да. Огромное спасибо вам за помощь, потому что сейчас, когда без помощи... Вы с помощником, никак, да? Никак, да, мы с помощником. Как тебя зовут? Глеб. Несешь, Глеб? А ну, сила есть? Вот. Спасибо большое. Держите, все будет хорошо. Спасибо. Добрый день, меня зовут Наталья. Я с дочкой приехала из города Херсона. Вынуждены были, можно сказать, убегать из-под оккупации, потому что, ну, реально с маленькими детьми сейчас там очень тяжело. Нет ни памперсов, ни питания, ну, собственно, нормальной жизни. Вот, сюда приехали к дому своей подруги волонтерских. Вот, в штабах узнали, что есть такой прекрасный человек, как Александр, который помогает. Вот, решили обратиться, потому что, честно говоря, тяжело на одни детские жить. Поэтому вот обращаемся к добрым людям. Вы сами с самого Херсона или? Да, с самого Херсона. С какого района? Центр. Ну, Суворовский район. Да, я знаю. Жили в центре, и у нас, ну, реально уже там 24/7 мы ездили и ходили уже вооруженные. И, честно говоря, ну, было очень страшно, потому что я понимала, ну, при всем желании я ребенка, ну, не смогу защитить. Поэтому при первой возможности бежали из своего дома. Родители остались, к сожалению, да? Да, к сожалению. Но мы верим, что скоро вернемся, да, малыш? Как вас встретила Одесса? Прекрасно. Вы знаете, очень добрые, отзывчивые люди. Где ты нос разбила? Скажи, выбегали и полетели. Ну, молодец. Молодец. Дай. Мама интервью дает, да? Мама рядом, да. Собрали вам много помощи, там продукты, подгузники, но я вижу, что мы вам еще смогли подобрать и игрушки. А покажи, это обалдеть! И обувь. Это на осень может быть, да? И такая, Настенька, единорожка тебе тоже. Это единорожка, да? Или кто это? Пони, извините, да. Да, ну ничего. Все будет хорошо, держитесь. Друзья, мы накормили людей обедами. Мы раздали помощь здесь на месте, и сейчас я приглашаю проехаться с нами и посмотреть некоторые адреса доставки, как же мы доставляем помощь людям. Здравствуйте. Александр. Так, держите сразу вот такое. Спасибо. Вот. Спасибо вам большое. В двух словах скажите, да, как, почему вы обратились? Получается, мы на съемной квартире живем, муж остался без работы. Вот, ну, 2 деток у нас, получается, у одного инвалидность у ребенка. И остались вы там без работы, без дохода? Без доходов, да, съемная квартира, ну, спасибо. Да, ну, собрали, пока есть возможность. Вот. Спасибо вам за все. Да, что? Да, спасибо. Продуктовый набор, да. И детская, конечно, спасибо. Подгузники. Так что, да, мирного неба, здоровья. Да, спасибо, сегодня у нас не совсем было... Ждем мира уже скорее.
Да, спасибо вам огромное, спасибо большое за помощь. Ну, всего доброго. Спасибо. Привет, привет. Уже собрался. Лежит. Малыш там. Здравствуйте, меня зовут Лена, я мама двух детей, один ребенок у меня особый аутизм, снимаем квартиру с мамой сейчас. С такой нелегкой ситуацией, что война, работать, к сожалению, нигде не могу, потому что одевать, обувать и все, вот надо за ней делать. И я очень благодарна вам большое за вашу помощь, за ваше понимание и за вашу поддержку. Просто вы такие люди, что просто... Как вам правильно сказать, ну, просто мир не без добрых людей. Вы самые-самые добро делаете, не оставляете в беде никого. Спасибо огромное, Саша, правильно? Да, и Катечка, огромное, я вас очень-очень благодарна от всего сердца, что вы не оставляете меня и моих деток. Да, очень тяжело, когда вот эти взрывы, это очень, Самаш. Все будет хорошо. Но ничего, мы держимся, мы вместе сможем все преодолеть, все трудности. Спасибо огромное за все, здоровье, мира нам всем и всего самого наилучшего. Мира, самое главное, да. Мира, здоровья. Ну, держите пакет. Спасибо такой огромное. Помощи вам. Спасибо огромное. Лёшка, помаши ручкой. Ему жарко очень. Ему конечно, жарко, да. Ну, спасибо, прячьтесь, огромное. Прячьтесь, идите. Все, да, всего все, доброго. Мирного неба, да. Да, всего доброго. Большое. Будьте здоровы. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо огромное. Здравствуйте, Оль. Здравствуйте. Расскажите, почему вы обратились, сколько вас человек, откуда вы? Мы одесситы, у нас в семье четверо, двое детей. Младший у меня особенный ребенок. Мы как бы до войны как могли справлялись. У меня инвалидность по онкозаболеванию, еще долги как бы еще с лечения остались. А сейчас просто ни работы, ни заработка. Вы решили обратиться, мы вот решили вам так вот прийти, пока есть возможность нас помочь вам. Тут памперсы, спасибо. Да, вам. О, да. Спасибо здесь большое. Здесь такой кое продукт, отлично. Такой, да. Да. Поэтому вам желаем вам мирного неба, здоровья. И вам тоже всего самого хорошего. Спасибо, что в это время нас не бросаете, поддерживаете. Ну, очень-очень сейчас очень важно. Берегите себя. Берегите себя. Я думаю, будет скоро мир у нас всех. И все будет. Хочется очень спокойствия. Наша помощь людям – это так называемые подъемные. Когда мы все это задумывали, мы задумывали развозить помощь разово. Но уже больше, чем за 3 месяца у нас сформировалось достаточно много людей, которым нужна помощь постоянно. У нас за спиной, там видно, да, дядя Паша, мы уже не первый раз ему привозим. К сожалению, человек не выходит из квартиры, у него нет такой возможности. Вот. Ну и вы сейчас посмотрите, как мы передаем помощь. Вот здесь пакет с помощью, идемте. Здравствуйте. Как ваши дела? Держите. Вы сможете... Держите, так тяжело. Спасибо огромное. Держите, все будет хорошо. Это очень старый центр. Это, наверное, одни из самых старинных дворов Одессы. И сейчас мы везем помощь бабушке, которой 94 года. Идем посмотрим. К нам обратились ее соседи, попросили помочь. Сейчас будем искать. Там третий этаж. Там нужно звонить соседке, которая откроет. Ну, вы представляете, в таком возрасте. Идемте. Да, неужели нас тоже бы привозили? Ну, не вы, а привозили от вас. Ну, наши ребята. Да, ваши ребята привозили, да. Вот. Она вот здесь вот живет, но здесь... Я понял. Никого. Можно Зина или тетя Зина? Как вы себя помните? Нет, Зина лучше. Зиночка, ну, да. Конечно. Молодая, красивая женщина. Конечно. Вы знаете... 34 года. Прекрасно выглядите. Вы знаете, я до войны делал обзоры старой Одессы, вот таких вот двориков. Вы давно здесь живете? Нет. Нет? Четвертый год. Четвертый год. Ну, да. Что-то знаете, какую-то историю вашу? Нет, нет? Ничего не знаю. Ничего? Нет. Потому что я только вот с Лялей и вот с Леной, вот это вот все, что я здесь общаюсь. Больше, я понял. Хорошо, мы вам тогда оставим помощь, передайте, пожалуйста. Обязательно. А я немножко поснимаю ваш двор, потому что... Можете снимать, пожалуйста. Вот так вот у нас. Ну, это центр города. Это старая Одесса. Вот так вот все выглядит. Да. У нее
До сих пор у бабушки еще печное отопление? Да, у нее еще печное отопление, у нее никого нету, она одинокая. Вот. Она упала, поломала шейку бедра, я хоть поломала ногу, а она шейку бедра поломала. И вот так она не встает, не это самое. Вот. Поэтому вот у нее еще печное отопление. Да, я звонила. Тоже звонила, она не то самое, не открыла. Ну то передадите, ничего страшного. Да. Ну придет Лена в 7 часов, и я отдам ей. Я с Леной созвонилась. Что она будет в 7 часов, и я ей отдам. Зиночка, большое вам спасибо. И прекрасно спасибо. Выглядите. Спасибо. Да. Все, пойдем мы. Спасибо, большое спасибо. До свидания. Если есть возможность, не забывайте ее. Хорошо. Не как мне, а ей, пожалуйста. Хорошо, будем пробовать помогать, да. Конечно. Вы наш главный потолочек сняли? Да, я все тут это много чего главное. Снял. Наши достопримечательности. Ребята, огромное спасибо, что вы были здоровы. Счастливо, до свидания. Андрей, скажи привет нашим зрителям. Привет. На самом деле, все наши зрители очень сильно любят рубрику «Распаковка». Мы достаточно часто вставляем такие кусочки в видео, но сейчас будет не просто распаковка, сейчас будет дегустация. Итак, Андрей, давай попробуем обед распечатывать. Давай, делаем и распаковку, и дегустацию. Это тот обед, который нам предоставила World Central Kitchen, то, что мы даем людям. Соответственно, мы тоже обязаны это попробовать. Итак, приборы. Хлебушек первое. И второе. Ну что, начнем с первого. Салфеточку, конечно. Андрей так подготовился красиво. Горячая, да? Смотри, чтобы руки не обожгло. Да-да-да, горяченький немножко. Так, для начала вообще надо понюхать, чем пахнет. Пахнет харчом. Харчо? Да. Ух ты. Картошечка там есть, фасоль. Ну, сейчас как бы попробуем. Да, неплохо очень. Кстати, ребята мне сказали, что если будут рекламации, если люди недовольны качеством, то мы можем тоже это озвучивать. Поэтому мы будем регулярно делать опрос среди людей, которым мы раздаем еду, насколько им нравится еда. Андрею на данный момент нравится, да? Да, что, это харчо все-таки или что? Нет, это, наверное, не харчо, но пахнет очень, да? Как харчо. Хорошо, хорошо пахнет, да? Итак, ставим лайк, зачет, все нормально, да, по первому? Теперь что у нас на второе, давай посмотрим. Мясо. И макаронные изделия. Да, и макарошки. Как это правильно называется? Рожки, да? Рожки. Угу. Хлебушек. Что ты скажешь по вкусу, по ощущениям? Хорошие обеды. Хорошие обеды. Да. То есть мы... Я думаю, таким обедом одному человеку вполне можно накушаться, быть сытым. Супер, огромное спасибо. Мы периодически, как минимум раз в неделю, будем делать вот такую вот дегустацию для того, чтобы быть уверенными в том, что мы раздаем нашим людям, которые к нам приходят, потому что мы за них в ответе. Андрей, приятного тебе аппетита. Дальше мы уже снимать не будем. Спасибо. Друзья, я благодарю всех, кто поддерживает нашу деятельность. Сейчас на экране вы видите номер моего PayPal, вы видите номер моей карточки в приватбанке. Мы благодарны любой поддержке, любой сумме, которая приходит на счет. Все эти деньги аккумулируются и идут на пользу людям. Мы покупаем на них продукты, бытовую химию и все то, что необходимо действительно людям. Если вы готовы и можете поддержать нас продуктами, торговая 51, Ким Кафе, привозите любую помощь, оставляйте там, говорите, что для Сан Саныча, это тоже идет на пользу, на благо людям. Вот так вот обстоит среднестатистический рабочий день наш. Когда-то мы развозим больше, когда-то меньше,
Ну, сегодня вот так, и то, конечно, я вам показал, наверное, только процентов 30. Если бы я все снимал, то, наверное, я не знаю, когда бы я все это монтировал. Друзья, я жду от вас жирный-прижирный лайк. Также, если вы до сих пор еще не подписались на YouTube-канал «Взрослый разговор», то сделайте это прямо сейчас. Вот здесь, внизу под видео, есть кнопочка «Подписаться». Нажмите на эту кнопочку, нажмите рядом на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. И, кстати, не будьте жадиной, обязательно поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Там тоже все очень просто. Прямо под видео есть кнопочка «Поделиться», нажимайте на нее и разбрасывайте видео по всему интернету. Там есть Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, все что угодно. Выбирайте и отправляйте своим друзьям. А если вдруг после просмотра видео у вас остались ко мне личные вопросы, пожелания и предложения, вот мой Instagram. Подписывайтесь на меня в Instagram. Пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. Друзья, вы на канале «Взрослый разговор». Я Сан Саныч, вещаю традиционно из Одессы и желаю вам мира, добра и счастья. Пока!